Сегодня будут необычные съемки. Сегодня мы поедем фотографировать Наташку где-нибудь в поле, делать такие беременные фотографии. Вот так назовем их. Беременные фотографии. Съемки беременных фотографий. Съемки фотографирования беременной Наташки. Ну а вы все увидите сами. Погнали. Давай подержу, поехали. Неожиданно ехали-ехали и решили отлить. И оказались вот в таком месте. Подожди, вот так она будет. Так. Давай возле деревьев еще раз фотаемся. Совместе только. Давай. Давай. Вставай, как ты стояла высоко. Да, давай. Только чуть-чуть развернись, чтобы живот было видно. Да, вот так. Давай, а потом... У нас такие фотографии есть, когда мы еще не поженились. Только без пуза. Читай. Четко, да? Ты тут выйдешь? Да. Выйду и выйду. Выйду и выйду. Ну, здравствуйте, Берни. На дорогу? На дорогу. А потом? В поле? В поле. Так, я делаю сейчас. Обычно покадровую буду делать съемку. Обычную покадровую съемку. Повыше тебя поднять? Нет, давай так. Мы же... Сейчас месяц фотоемся. Ага. Посмотри на меня. Сзади тебя. Он сейчас разъедет. Сзади тоже машина. Ой, они же не разъедут. Давай, давай. Готово? Подальше, чуть-чуть, зайди подальше, подальше, стой. А давай вертикальную? Нет, давай. Одну. Иду. Я думал, ты меня сфоткаешь. Давай еще одну кадр. Меня сфоткай. Давай. Вот так. 8 фоток будет. Супер, как будто мы друг друга любим. Давай, как будто мы друг друга любим. Машина проедет сейчас. Тяжело так снимать. Работать невозможно! Работать невозможно, блин! Вообще, разъездились. Подожди, а на машине?
На машине? Давай. Кстати, на машине можно? Да. Поснимать. Что ждать? 8 кадров же. Аккуратненько там. Все, пойдет. Зафиксировали. Что, я иду? Вынесла. Ладно, поехали в поля. Сколько самолетиков? Так, нам вход бы найти. Ого, вон там самолеты классные, смотри какие. Большие. Так, и как нам туда попасть? Офигеть! Все. Нет, мы просто можем аккуратненько здесь к стогу подойти да пофотаться. Да? Заезжай. Написано не заходить. Но мы же не заходим. Региональная общественная организация авиации. Да пойдем, забор-то нет. Садить. Самолеты? Да. Кладбище с этой стороны. Ну, ты уверена, что можно, да? Дело заниматься тем, что мы сейчас будем делать. Ладно, пойдем попробуем. Ну, офигенно, конечно. Вообще, мы как будто бы не здесь. Туда, видишь, можно проехать к ангарам. Если бы никого не было, мы проехали дальше. Мы бы доехали бы до ангаров и поближе бы к самолету. Он сам их летит. Это личность? Я с дяденькой с одним договорился. Директором взлетно-посадочной полосы этой. И он нам разрешил сейчас пофотографироваться. И мы пойдем пофоткаемся к тем самолетикам. И покажем вам потом. Национальная общественная организация спортивной авиации. Опасная зона, не заходить. Мы заехали. Давай, подожди, вон стога, там по-любому есть. Нет, там стога. Держим путь домой.